Титов возглавлял управление с 1974 по 2002 год. Под его руководством водоканал наладил связи с зарубежными коллегами, начав применять уникальные по тем временам технологии. Были построены очистные сооружения, Тверецкие и Медновские водозаборы, основные магистральные сети водопровода и канализации. Человек, который своим трудом нам всем показал, как нужно работать, как нужно создавать систему водоснабжения канализации в городе Твери. И то, что сегодня мы своими руками маем, как говорится, трогаем, эксплуатируем, то, чем мы с вами пользуемся здесь каждый день, это создано под его непосредственным руководством. Огромное трудолюбие, справедливость, организаторские способности снискали уважение к Борису Ивановичу в коллективе и городе. Он имел много наград, был лауреатом премии Совета министров СССР. Пропадал на рабочие сутками. То есть человек, он днем и ночью ему звонили домой, он сорвался из дома, ехал устранять всякие аварии, то есть дома фактически его не было, жил он на работе. Почтить память своего любимого руководителя пришли как ветераны, так и сегодняшние работники предприятия.